На улице Советской Армии наконец пустили в эксплуатацию светофор. Этот факт особенно радует, так как именно на этом участке дороги наезды на пешеходов происходят с незавидной регулярностью. Причинами тому являются скудное освещение, широкая и относительно неплохая дорога, а соответственно оживленные движения, и густые деревья, не позволяющие разглядеть знак пешеходного перехода. В общем, целый список отрицательных для людей нюансов. Светофор здесь был необходим изначально, ведь в этом районе проживает много пенсионеров, а школьники, которые бегают на учебу и обратно, зачастую пересекают проезжую часть там, где им вздумается. Значит, светофор построен за счет средств областного бюджета и городского. За счет городского бюджета израсходовано порядка 100 тысяч рублей, областного бюджета – 1 000 000 рублей. И чем сложность данного участка? Раньше тут пешеходный переход имел нерегулированный, он был. Вот, но ситуация тут также была сложная. Вот, довольно-таки часто происходили дорожно-транспортные происшествия, наезды на пешеходов. В чем сложность? Это широкая проезжая часть, то есть по две полосы в каждом направлении. Плюс связывает данный пешеходный переход два микрорайона. И слева от нас находится средняя школа номер 50. То есть путь учащихся в эту школу проходит через данный пешеходный переход. Кстати, светофор с кнопкой. Хочешь перейти дорогу – нажми и жди 2 минуты. И все равно ведь будут перебегать, когда надо и где хочется. Да и водители, не привыкшие к изменениям, в частности к светофору, будут проезжать не глядя. Такова наша российская сущность. Живем не по закону, а по привычке.